какая красивая елка возле оперы, да? Вот так немножко короткое видео. Она мигает так красиво. И там красивый шар. Как красиво! Всем привет! Мы находимся сейчас где? В Ерас-парке. Тут так круто! И красиво! Сколько людей! С ума сойти! Класс! А как попасть к елке? Там вот красивая елка очень. Ну да, как к нее дорога к ней какая. Я знаю. Йод. Прям попали в сказку. Мы здесь гуляли с моей подругой Олей как-то. Но еще была это осень. А сейчас уже по-другому красиво. Красиво, нет? Здесь так музыка громко играет. Ёлка красавица. Елка здесь мне, да, по телефону как насыщеннее. Мне здесь елка очень нравится. Это домик, а там, наверное, давайте сюда. Велосипед красивый. Здесь тоже красивый домик, очень там светится, не видно. Написано «Дом эльфов» на английском языке. Конечно, музыка очень громко. Здесь Санта, но мы пока без детей. Санта с кафе. Квадроцикл Санты, да, вот он приехал, современный Санта. А тут каток. Да, сейчас подойдем к катку. Ну, музыка слишком там громко, да, играла?
Я уже сколько неделю мечтала попасть сюда. Мечты сбивают. А? Мечты сбивают. Да, конечно. Но тут каток какой-то нехороший, не? А, вот там дальше. Нет, нет, я тут думаю, что это такое. Так, сейчас я остановлю. О, кофеаппарат, очередь людей. А там у нас каток. Смотри. Нет, тут кафе какое-то, да, прям на месте озера. Так, а там у нас каток. Там близко не будем так подходить. Круто, здесь такая движуха, людей сколько. Я очень люблю, что вот так для людей делают все, чтобы и с детками и развлекаться, и кататься. И а там елка вдалеке. Пошли. Вот, с этой стороны каток покажу. И сейчас мы подходим вот такую вот аллею красивую фонариков, которая создает впечатление самой настоящей сказки жизни. Ощущения просто такие, поднимает настроение. Приезжайте сюда. Особенно с детками вообще. Сегодня у нас так холодно, да? Вот минус 2 вроде бы передавало мороз. В парке еще есть такие вот мини-домики красивые. Скул, бутик. Красиво очень. Хоспитал, маркет и кафе. Детки там играют. Внутри все оздоблено. Там, где скул, сейчас увеличу, внутри доска есть. В каждом домике есть своя история. Вход вот платный. Так, еще здесь есть вот тир, который закрытый, и это хорошо. А? Ой, как красиво, еще вот та вот падающая. Ладно. Друзья, тяжело мне разговаривать и что-то комментировать, потому что, ну, много людей. И я, честно скажу, этому очень рада, потому что, когда делают все для людей, для деток, места отдыха хорошие, я и думаю, любой нормальный человек приветствует это. Там для деток тоже площадка есть, светящийся велосипед. Ну, друзья, возвращаемся мы с мужем с Ераспарка. Погуляли, замерзли, потому что что-то так холодно-холодно. Особенно в этом районе, как называется, Зайтун, да? Канакер, Зайтун, да. Вот, там так прохладно ощущалось. У меня были другие планы снять вам так более спокойно, красиво, как я люблю. Медленно поговорить, описать то, что я вижу. Но было много-много людей с детками. Громко играла музыка, поэтому так будет вот вкратце об этом месте. Но очень-очень там красиво. Прям такие очень... Да, там есть Санта-Клаус, его кафе, его домик, куда прям очередь с детками, чтобы его отведать. Красивая-красивая елка. Скажу так, в моем вкусе. Вот. И теперь мы замерзшие, в машине отогреваемся и добираемся домой. Так, сейчас мы подъехали уже на примерно
Вот, скоро будет улица Кассиана. Там такая вот зеленая милая елочка. Сейчас подъедем ближе, включу. Ярко-зеленого цвета и такими серебряными какими-то украшениями. Классно. Ой, сейчас будет мое любимое место. Заезжаем. Всем привет, друзья! Катя уже на проводе. Сегодня мы с мужем ездили в такой замечательный, очень красивый парк, который называется Ерас. Если не ошибаюсь, это в переводе означается сон. Мне очень понравилось в этом парке. Правда, очень. Но видео получилось не совсем таким уж, можно сказать, в моем стиле. И мне хотелось бы походить медленно, рассказать все, показать. Но так как было очень много людей с детками, много очень, им так это не удалось. Музыка была очень громкая. Но с другой стороны, там я видео буду говорить, еще раз повторюсь, я очень рада тому, что, в принципе, есть такие места, и что люди идут, и особенно для детей. Для семейного такого отдыха это прекрасно. Там очень крутой каток. Ну, кто местный и даже не местный, я советую вам там побывать. Потом я хочу сделать такое немножко вот объявление. То, что под этим видео, которое я сделаю, вставлю эти вот слова свои, можете оставлять свои вопросы мне. Я сниму видео о фактах, что интересно вам обо мне узнать. Вот, пожалуйста, можете писать. А сейчас у меня такое состояние отдыха перед работой, после Нового года, потому что такой вот гости. Я бы много чего хотела бы для вас снять, но поверьте, просто не все хотят сниматься, не везде удобно и так далее. А я бы, если бы хотела, уже бы сняла бы все, всю свою жизнь онлайн. Сейчас я читаю книгу. Вот такую вот. Вам видно? Оно, наверное, зеркалит. Книга называется «Цветы для Элджернона». Даниэл Кис. Вот. Пока у меня только начало. Это моя коллега по работе, моя подруга Карина мне дала. Мне уже нравится. Прочитала всего-навсего там 40 страниц. Цепляет, правда? Ну, потом оставлю отзыв вообще об этой книге в целом. А, и о состоянии моем. Знаете, такое вот осталось 2 дня домашнего отдыха у меня. Я погладила всю одежду, там прибралась, постирала все. Наготовила еще такой вот супчик, а такого уже постновогоднего. Вот, наготовила еды такой вот после постновогодней. И хочу сейчас просто отдохнуть. Вот так выражусь. Но вы скидывайте свои вопросы. И обязательно я сниму видео, что вам интересно обо мне знать. Это все. Спасибо всем, что вы со мной. И будьте все благодарны за то, что имеете. Обнимаю.